меня нет оснований вам не верить, но исключать в том, что и сейчас есть проблемы, я не могу, поэтому я сюда направлю какой-то перспективе человек, он мне потом доложит, сколько он реально... Конечно. А вам большое спасибо, работа действительно тяжелая, по много людей работают, и только слова благодарности тем, кто работает в окнах, и не всегда с очень простыми заявителями сталкиваются. Спасибо большое, мы постараемся сделать все возможное для наших любимых заявителей. Спасибо вам.